ESGH такое. Награда за печень бегуна. Zero, I gotta ask. Why the hell do you want bolter livers? Да, зачем тебе печень? Those damn filthy bolters. They keep desecrating the graves of our beloved. They eat the corpses we've laid out for the wind to take. Okay, but the livers... For heaven's sake, don't they teach you anything in the city? Тебе в городе совсем ничего не научили. Все It's дело в запахе. Smell. Но можешь привлечь других особей того же вида. Все дело феромонов. Yes, да, я это и хотел сказать. А еще благодаря им можно отпугивать зомби. Да, я это и хотел сказать. Быстро учишься, парень. Okay, so значит, ты ну подтягивать свежий труп, который оставляете ветру? Бегуна, наматывай его на колеса, понял? Зачем мне его? В полях пригорода быстроногие бегуны. Настолько им настолько уютно, что они предпочитают охотиться днем, а отсыпаться ночью. Бегунов легче всего найти, если наведаться в их охотничьи угодья, отмеченные на вашей карте. Помните, очень быстро бегают. Догнать их нереально. У меня есть кошка. Так. Печень бегуна. Подожди-ка. Что нам надо? Убейте бегуна и принесите... Какого? Я же взял лазаря этого какого-то. Вы чё? Вот тут рядом бегуны. Беги, бегун. Убейте бегуна, принесите его печень. Джасиру печень бегуна. Подожди, а можно же задание выполнить? Ну ладно, задание рядом, почему бы и нет? Где моя тачила? Там она. Так, нам куда-то туда переть. Слушайте, по патронам нормально, но, блин. А чем его лучше кокнуть-то, я даже не знаю. На машине, что ли, сбить? Ну, давайте попробуем. Это задание какой сложности? Вот тут написано. Нормальный. Ну, нормальный, значит, нормально, реально. Главное попасть метку на этом бегуну, чтоб кишки все разлетелись. Так, давай. Тихонько. Куда нам? Я знаю, куда. Здесь тут горы какие-то тут. А, вот, мы же приехали. Вы чё, в смысле, холмик, я не горы, а холмик. Чтобы использовать взрыв пакет. Да, вот, а где мне его взять, это гребаный взрыв пакет? Ой, там взрывопающий, взрывая какая-то хрень. Еще, блин, опять это чуть такое же. Да ёб! Подожди. Вау! Еще за нафиг? А чё их так много-то? Да посрать вообще. Как взрыв пакет этот достать? Чертежи. Так, есть ли тут взрыв пакет? Литра что-то тут. Вот, взрыв. Ёп, чё так много-то? Подожди, у меня что, в инвентаре есть? А чё их так много-то? А, ну да, я знаю почему. Короче, блин. Жесть какая-то вообще. Чё за звездос сейчас? Короче, ладно. Ой-ой-ой. А, стоп, подожди, чё, ладно, сейчас. Так, все. Все, я их нашел, короче. Так, они у меня были... Сейчас скажу. Ладно. Да много этих красножок. Монстр. Зомбари. Слишком много. Сейчас скрыть. Блин, как же их много. Я вообще в шоке немного даже. Подожди, я что, всрал задание? Бить бегуна, печень. А где он, бегун? Погоди. Чё мне? Ну, а где? Чё? Он же должен быть тут. Вот. Я там был, никого там нет. Или он убежал? Всё. Она. Питание крушите. Ну, давай еще раз вернемся туда. Да вон эти красные бегут опасно.
шверцы, они вообще просто не взрываются. Короче, здесь, я так понимаю, нет бегунов. Надо валить в другое место. Какое? Ну давайте сюда. Почему эти взрывоопасные камикадзе не отмечаются на карте? Я, например, иногда даже не ожидаю их увидеть. Вот я снова почти приехал. Вот он. Да ёп. Жесткач вообще. Ну-ка давай, вали. Давай, подходи по одному. Давай, давай. Чё, ссышь? Ах ты мразь. Да ёп. Офигеть. Смотрите, я не гордый. Все, сдохни к хренам. А у меня же щит есть. Вот, смотрите, взрыв пакет. Так, куда нам? Блин, я далеко еще. Ну ладно, хотя бы от этих отделался. Давай, погнал. Нифига не нормальное задание. Ну, может, это для меня так? Ну, ничего для меня сложно. Пока что сложно. Все, нахуй, за поворотом уже. Нет? Какой выживший? Несчастный. А, подожди, может быть сделать вот так? Как вы думаете? Что произойдет? Кто-то побежал, нет, или мне кажется? Нет, мне кажется. А, еще я не достиг этой зоны, наверное. Ну, давай вон туда. Во-во-во, побежал, смотрите. Ох ты, ёптить! А, чтобы... Все. Выполнил. Давай. Вау! Бегом, бегом отсюда. Так. Look, I just want to help. Then we are allies now. But it's not enough. Hey, I don't understand. Just wait. Да, я тоже не понимаю. О чем все сказал? Так, ладно, бежим отсюда нафиг. Тут много опасностей. Блин, если даже такие мелкие засранцы нас достают. Ты помогаешь нам, но мы пока не... I've got nothing to hide. Okay, my intentions are pure. I'm here to help. Make your way to the lake known as the Eye of the Sun. Bow down before the mother, and you shall receive her blessing. We invite you to meet with us, Kyle. А, ну все, видите, они задание, видимо, нам сменили. Так, я точил свое, где-то просрал. Ты отслеживаешь задание. Новая запись журнала. Короче, я печень взял, эту нет, гребаный. Так вот, если даже такие простые чуваки, и то нам мешают. То представьте себе, если мы придем, я приду в логово этих печень гребаных, как их называют? Прыгунов. Да. Так, я точил свою, просрал, представляете? Заболтался с этим чуваком. Он мне сказал, слушайте, а нам же есть что скрывать, по сути, да? Нас же послали, я так понимаю, сюда, чтобы выяснить, какого Хуанхэ у этих чуваков, у ребятишек местных жителей, иммунитет к гребаному вирусу, да? Там можно было чуваку одному помочь, ну ладно, нас уже приняли, считайте. Вау! Ну ладно, ничего страшного. Погнали. Давай, давай, давай. Отлично. Ну все, держитесь. Химикаты какие-то тут разлитые. Смотрите, вот этих вот опасных стало больше, вам не кажется? Красных, зеленых этих чуваков. Жесткач, по-моему. По-моему, перебор. Ну все, давай, чувак, я принес тебе печень. Давай мне салат теперь. Я добыл печень. О, что ты делаешь? Не подходи ко мне с этой дрянью. Постараемся эту бочку бросить туда. А что у тебя мешочек с яйцами висит? Что у него там? Так.
за сараем есть вот это, что ли? Oh, God, the smell. Да мы тут 100 раз ходили, не было запаха. Зачем это надо, я что-то не понял. Точнее, я забыл говорить с Джасиром. Подожди, а у нас вот... А, все, все. Насчет этого задания поговорить. Okay, it's in the barrel. Thank you. And please, if you get more, just leave them in the barrel. И умоляй, сразу кидай бочку, от них невыносимо воняет. А что, ты до этого не чувствовал, что ли? Ну, я наш главный герой, говорю. Апнулся, что ли? Так, все, вот это, да, собрание. Собрание, доберитесь до ока солнца. Че? Охренеть. Ну ладно, недалеко. Ну блин, просто куда-то в гребаные горы опять хреначить. Так, что там с патронами? Давай, заправляй. Полный бак. Тосол Магнатек. Понятно. Забыл, короче. Так, сколько времени? Нормально. Так, мне сейчас направо. Опять через этих красножопых передних. С язвами. Короче, я понять не имею, как туда попасть. Охренеть, смотрите, сколько тут травки всякой, бегунов. Как туда попасть? Я вообще, ну ладно, поедем по дороге, конечно. Но, блин, дорога это на карте, ее даже... А, вот, потом налево. Не будем тут ехать, тут, видите, горы, походу. В общем, прямо налево. Вот точка, давайте-ка эти точки, короче. Ну, дальше там темная карта. Не знаю, как ее там осветить, эту карту. Я понять не могу. Вот, смотрите, пожалуйста, это жрет. Так, ну тут, наверное, можно сократить. Да, тут нет гор. Но тут вот есть какое-то поселение непонятное. Нормально гоним. Какая скорость? Не знаю. Так, а что я, собственно, так разогнался? Подожди, подожди. Январей тут вообще капец. Много. Вот сейчас горы, да? Да, слушайте, а тут поблизости нет гнезд бегунов. В самой жопе, вот там где-то наверху. А сейчас нам... Да, все правильно, мы едем по этой дорожке. Нам как раз-таки путь туда, в горы. Давим уродов. Скорость жалко сбавляется, когда я сбиваю. Смотрите, точила какая-то. Только в них садиться нельзя. Ну да, логично. Наверное, там нет ни бензина, ничего вообще. Что может работать, всякие ключи там. А вы хотели бы быть одним из этих зомби как-нибудь? Представляете, вы считаете почти бессмертным. Ну, в смысле, ну, стоите где-нибудь вот здесь. Никто вам не мешает. Есть не нужно, спать тоже не нужно. Так, тут сам главное не упасть, не очень приятно. Так, я хоть куда еду-то, блин? Смотрите. Не, ну в принципе, тут можно проехать, но долго. Там вышка еще хоть наверху на горе. Блин, хоть бы я его раздавил, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Блях ты, муха, как так? Чего надо, кому помочь? Я прослушался. Вот. Бегуну удалось спиться. Ну зашибись, чё. Это зомби военные. Кому-то надо было помочь. Но я не посмотрел, где. Я отвлекся на бегуна. Блин, как так? Я, кстати, этих бегунов раньше и не видел, честно скажу. Ну ладно. Срать. Ну, смотрите, какой-то городок. Я знаю, почему мы едем в самые горы. Там же это солнышко у нас. Ближе к солнцу, типа. Так, все, здесь, наверное. Здесь, наверное, нет дороги. Здесь надо вот так вот остановиться. И подниматься на этой кошке. Давай. Чё тут у нас? Харан 2014. Так, там крепость, смотрите-ка. Куда тут лучше-то? Ну тут тропинка, поэтому пойдем по ней. Билет не покупали, я думаю, нас так пустят. На карточку эти сооружения отображаются. Крепость как будто бы. Ну да, я вижу крепость. А может удастся сократить? Вау, вау, вау. Отмена, 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 как отмена?
шоку. Блин, ну и ладно. Так. Что ты делаешь, блин, идиот? Че он тут сказал? Я за тебя пропустил. Новая запись в журнале. Это что такое еще? Спуск к кроличью нору, безводный. Вот они, смотри. Безводие. Похоже на насосную станцию. Получилось что-то плохое опять. А, это там, где... Этот, как его зовут-то? Блин, забыл. Дамба, что ли? Короче, мы добираемся до ока солнца гребаного и будем сейчас что-то делать. А что там внизу? Ну, вполне вероятно, там есть что-то ценное. Хотя, мне кажется, там просто пропасть. И вода. Так, ну что? Тихо тут, однако, как-то. Подозрительно. Мы наверху, ура, да, и... Как бы здесь... Классный вид, слушайте. Ну что? Сатанисты, или кто вы там, где вы? Во, они тут храм какой-то даже построили. Или сделали... Открываем. Ух ты, ё-моё. Смотрите, обычные люди поклоняются зомбарям. А если бы я сюда раньше приехал, чтобы было? Там, через с помощью кошки. Может, это жертва или что? Матерь. Есть жизнь, матери. Кто это? Что они с тобой сделали? Мне указали на ошибочные мои пути. Ты родил нас на правду. Повернули? Да. Повернули к свету, да. Охренеть. Кажется, тоже что-то. Матерь. Есть добро, матерь есть милосердие, матерь есть жизнь. Короче, они славят матерь солнца, какой-то матерь благословенная, мы славим тебя. Объятая ветром, мы верим в тебя. Это все мировое правительство, я уверен. Им наверняка помешали что-нибудь. И зомбари на них не реагируют. Из-за вот этой вот дымки, которая проходит откуда-то непонятно. Благовоние. О нет, только нет, мы сейчас проснемся в какой-нибудь штуке, голый вообще, без всего, без оружия, как всегда. Не сходи с пути чужака, ибо ты еще в самом его начале. Кайл. Услышь меня, Кайл. Прими меня. Шалава какая-нибудь по-любому. Это искушение. У вас есть неиспользованные очки навыков. О, самолет. Они тут летают вообще? Че, у меня нет задания? А, подожди, стой. Там написано что-то. Наконец-то получил приглашение на одну из священных... приглашение. А, ну смотрите, у нас ход замедлился. Видимо, сейчас глюки начнутся. Надо, пожалуй, вот эту вот штуку. Рад, что нам довелось встретиться, Кан. Я понимаю, ты немного сбит с толку. Не волнуйся, первый раз всегда так. Попадаешь в транс на пару часов. Что? На пару часов? И что, мне сейчас вечер будет? Транс, значит, никакого... Всяки не было, мне приснилось?
Саки были настоящие? Но не пытайся повторить. Тебя больше не защищает аура. Однако твоя душа и кровь были очищены. Оставайся на истинном пути, будешь под властью на этой заразе. Продолжайте помогать. А скоро меня отпустят. Come on, Lena. Мне в гор. Lena, thank God. Listen to me. I don't know how long it'll last, but I'm immune. I saw her, the mother. She spoke to me. I was in like a trance, and the zombies, they didn't attack me. Lena. Hello? Shit. Ха, это он проверил, я думал, он с кем-то поздоровался. Очково, чувак. Без наркоты не выжить, реально. Сами подумайте, как так? Один чувак в незнакомой местности, ну хотя бы люди есть, это ж свихнуться можно. Кругом зомбари. Не отвечает, где вот твои родные, кто тебе может подать руку. Так, а что мне надо сделать-то? Продолжайте помогать. А, ну зашибись. Теперь надо... Понятно все. Короче, назад возвращаться надо. Похоже на настоящую станцию, что-то опять делать, что такое. Все задания нормальные, почти все. Странный шум вот какой-то. Так, а где взять эти гребаные? Слушайте, я бы на дельтаплане слетел отсюда. Я не знаю, я умру, если я прыгну, как вы думаете. Фига я руфер, короче. О, во, нормально. Наконец-то. Поджал ноги так, как будто в туалет хочешь. Так. Так, точила наша где? Блин, ну опять переть куда не пойми, в жопу какую-то. Ладно. Наверное, все, я потом доберусь как-нибудь сам. Всем пока.